какая красота! Люба дорого глянуть, вот тебе в озеро. Ой, и гагошка пасется. А там люди отпочивают. Я бы эту беседку тоже присела бы, але не могу, то ж мне надо все вам рассказать, я правильно говорю. Ой, хлопцы, я долучусь чуть позже. Если б можно, я б себя на этой стенке обрисовала, чтоб люди с дороги любовались. Хожу и диву даюся. У желудку есть все, все конфессии. Вот так кушечка красивенькая стоит. Вот это была и синагога. А еще костел имеется, вялизный. И вот люди живут смирно, никто ни с кем, как хоть раз это свариться почали. Такого не было ни разу. Дай Бог, как так и было. Ой, по-еврейски не знаю як. А что это за монументальная скульптура? Древнегреческая богиня какая-то, наверное. Хорошо, аккуратно. Мне бы такую на дачу мою поставить было бы. Точно рог. Сейчас я... Ну, озвучивать не буду, просто потримаюсь. Как сбылось. Як мне подобается у этой вёсцы. И домечки, какие хорошие. Ой, а это что за дворец такой? Ой, мне подобается, у вас тут и колеса, и коловороточки. Это банька у вас, это да? Это банька, да, она на данный момент. А раньше здесь было, при Шушунском, когда Жилотский район был, в дальние времена тут было... КПЗ, что, типа... Да вы что? Да, что милиция была. А милицию свозили сюда, да. Всех. Слушай, ты никогда не думала, что вместо милиции баня может быть? Может. Может. Цыпочка моя, красавчик ты мой. Вот у природе, як заведено, мужчины завжди повинны были быть пригожейшими, чем девчата. А чему сейчас так пошло у людей на двор, что-то я не понимаю. Я за то, як у природе как было. Ой, як мне тут добра. Каб была махчимость тут застаться, я бы навеки засталася. Ой, каб еще кто раскачал. Мужчина, ну не жене, это крезво. А садитесь ко мне, покачаемся вместе. Вот цікаво, что люди кажут, и это я проверена на собственном моем опыте, что там, где селятся буслы, надто хорошие люди живут. А я по желудку пробеглась, а уже километров 10 намотнула, это зуб даю, что это так и есть. Это куда же это мне... Ой, а что это за организация? Сейчас мы это... Я за заборы всякие люблю заходить. Ой, Ника, техника стоит, крупногабаритная, мехдвор, наверное. Наверное. Мужчина! Мужчина, стойте, не убегайте! Я тоже шина быстро догоню. Все-таки вторые европейские игры я рыхтуюсь. Добрый день. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, это вот это что, мехдвор? Ну да, мехдвор. Ага, а чей? Крестьянское фермерское хозяйство Лапишки Агро. Да вы что? А вы, наверное, раз все ведаете, наверное, начальник тут. Ну, я глава хозяйства. А, глава... Ой, Надея. Очень приятно. Я с главами вообще люблю здороваться, с главами. Сялянска-фермерская господарка Лапишки Агро існуе з 2006 года. Асноўная спецыялізацыя раслінаводства. С пачатку 2019 года кіраўнік гаспадаркі Валерый Аркадзевіч Адашчык распачаў новы накірунак дзейнасці – арганічнае земляробства. А здесь у меня производственная база для ремонта и обслуживания техники. Ага, а шмат техники у вас? О, вот вся почти тут. Три трактора, один комбайн, машина. Да это надо что-то, что люди нужны, трактористы там туда-сюда. Да, робить. Я ж у фермера в гостях еще ни разу не была. Я думала, фермер это те, кто на хуторе сидят, там огороды полять. Оказывается, вот как это. А вы вот скажите, вот с хозяйством местным не конкурируете? Сотрудничаем. Сотрудничаем. Мы не конкуренты. У них интенсивно большое хозяйство, а у нас маленькое хозяйство. Маленькое. Мало людей. Ага, а бывает там, яны вам что-нибудь, вы им что-нибудь заменят? Конечно. Конечно. Тоже правильно. Тоже. Взаимосотрудничество. Это правильно, надо дружить. Як с соседями. Конечно. Правильно. Вытворчасцю органічнай сельгаспрадукцыі у нашай краіне ўжо займаюцца каля 20 гаспадарак, уключаючы фермерскія і асабістыя падсобныя. У Шчучынскім раёне вырасціць органічную прадукцыю спрабуюць у дзвюх фермерскіх гаспадарках – экаферма «Арлея» і «Лапішкі Агра». А у чым вот
Ну вот фишка вашего хозяйства, ну нечто ж вот есть отметненькое такое? Ну вот в этом году планируем начинать сертификацию и регистрацию органического земледелия. Взяли участок земли и будем там работать. На этом. А что это, как это органическое, то как? А это продукция, которая выращена без применения химии, без еды химикатов. А, это как на огороде? Почти что. Почти на. Я только колорадского жука травлю. И мужика своего, то что из Кини больше не... А, нельзя травить. Все, я не буду. Тогда я тоже буду заниматься тем, чем и вы. Ля, и тут знову бусел. Знову мои прикметы справжуются. Там, где бусел, там и добрые люди. А за мною, за моей спиной костюм аж 1853 года побудовы. Это ж страшно уявить, сколько ему годов уже. О, а гляньте, який красивый, як новенький стоит. Ой, як я такое люблю. Костел у Шестяпани Марии, побудований у стилі позднього класицизму. Довгі годы належав ордену кармеліток. Тут знаходиться склеп, де похованы члены семейства Тизенгауза у Тимліку, відомий меценат і уладальник желудка, городенський староста Антоній Тизенгауз. У костёля ідзе служба. Я уже перешкажаць не буду, не пасунуся. Пагляньце, які ён велічны, манументальны. А гэта ўсё ў адном желудку. А як у маленьком Чурахі, не мене. Я думаю, щоб яны ще і позаздростілі нам. Геннадий, миленький, что ж я вас так киданула там на центре? Ой, а что это, та самая знакомитая, это сядиво-палацовый комплекс? Да-да, это наш самый знакомитый сядиво-палацовый комплекс. Ага, а можно... Опошних уладальников нашего местечка. А, четвертинских. Четвертинских. Ага. А, иду. Регистрируйтесь, пожалуйста. А, да, записаться, да? Ага, сейчас я... Ага. Мы ведали, что вы тут были. Я была, да. Так и напишу, Надея на село. Куды дальше? А, иду, далее, иду. Это яно уже? Это все яно. Палацово-парковый комплекс «Святополк Четвертинских» – помник сядибно-парковой архитектуры початку 20-го стагоддзя, побудованный князем Людвигом Святополк Четвертинским по проекту ведомого польско-итальянского архитектора Владислава Маркони у стиле необарокко. А сколько тут побудов? Тут побудов немного, так сказать, але много побудов, которые находятся за межами этой территории. Ага, это для тех, кто меньше знати был. Да. То есть тут находится их центр, а там господарчие побудовы, которые тоже можем мы побачить. Кому это належит? Ну, это ж чьё-то? На сегодняшний день належит это физическим особам, громадянам Российской Федерации. Ага. А вот вам не шкода было? Было продать. Шкода, так сказать, але ж мы его продали так, что оно останется, его ж никто никуда не повезет, так сказать. Это такое вывезет? Право, ты что, я вот хожу, и у меня какая-то думка, что я тут уже была. А тут ничего не снимали, там фильма? Сдымали фильм «Массакра», тут сдымавши такие. А вот. Чего ж я что-то такие-то? Думаю, где я бачила? Да, это хорошее фильм можно кино посмотреть в интернете еще сегодня. Хорошее так кино. «Масакра» – белорусский масадский фильм режиссера Андрея Кудиненки. День отбывается на белорусских землях у 60-е годы 19-го стагоддзя, после жорсткого подавления паўстання Кастуся Калиновского. За сценарную основу фильма взята новелла «Локіс» про Спера Мірме, про медведя, переворотня и мотивы старобелорусских легендов. Странно. Уявляю, як я, царица шамаханская, вышла бы тут, постояла бы, рукой махнула бы, карету подали бы, я грузилась, я бы поехал. Во. Ну и принц, конечно, рядом. Солидный такой, хороший. Не, ну, в принципе, я бы и от князя, и от цара не отказалась, а мне, в принципе, любого. Я бы и конюха взяла. Побач з гэтым палацам знаходзіцца старажытная сядзіба самого Тызенгауза. Вось дзе яго радавое гняздо. А мы думаем, што это ўсё ў гародні пачалося. Не, не тут-то было. Красаціша! Надо сюды прыехаць, каб вы самі гэта адчулі. Гэта просто неверагодна. Кожны камень, кожная ступенечка, кожная ўсё што травіначка ведае гісторыю. Это, ну, это людзі гадмілы, это вам даже не перадаць. Это надо, каб вы самі тут былі, ну.
якая красотища навокал. От Чацвярцінскія так зрабілі, што нават і па сённяшні час людзі ўсе захапляюцца прыгажосцю. А вось гэта тое самае возера, якое па нынешнім часе належыць Францыі, якога мы былі ў гасцях. Там, дзе музей хадзілі, вот так мне спадабалася. А вот гэта ўсё мястэчка, яно калісьці называлася дворык Жалудоцкі. Тут былі хозпастройкі, вось гэта быў бровар. Пиво чиснули, это мужики бегали сюда. А там далей кузня была, тут все господарчие побудовы были. А по сегодняшнем часе мястечко называется, ось, Зара коммунизма. Ну, переименовали. Але все одно, все засталося, дух старины на месте. Приезжайте, поглядите. Сямейны маёнтак Жалудоцкі ключ Святаполк Чацвярцінскі – гэта 16,5 тысячу гектару зямлі. Бровар, млын, сушылка для насення, садовы гадавальнік, паравая пільня на Нёмані і многае іншае. Якое цудоўнае дрэва! Я першы раз такое дупло бачу. Якое сасаліднае, харошае. Кажуць, што гэта дрэва яшчэ з тых часоў, чацвярцінскіх. Ну, то і не дзіва, што такое старое. Я главное, што такі даже не знаю, што за парода. А што за дрэва? Ясень. Кажуць, ясень. Ой, нават і шыльда ёсць! Зара камунізма! Я такого даже уявіць не магла, што такое ёсць. А вось гэта тыя самыя знакамітыя амбары Чацвярцінскі. Гляньце, сколько зерна мелі, каб это ўсё это раз, там два, тры, там чатыры, там пяць, адурэць можна. Цяпер это он сучасны стаіць, зараз мы вам пакажам, а гэта старажытны. Ой, ой, вот так вот. А вось за маёй спіной сучасны зернасушыльны комплекс, які прынадлежыць Жалудоцкаму агракомплексу. Это гаспадарка мясцовая. І звярніце ўвагу, як тут всё суседнічае разам. Ось табе старына, ось табе сучаснасць. Люба дорага глядзець. Філіял Жалудоцкі агракомплекс адкрытага акцыянернага таварыства агракамбінат Скідзельскі спецыялізуецца на вытворчасці і рэалізацыі свініны, вытворчасці збожжа, малака, а таксама вырошчванні буйной рагатай жывёлы. Поля, поля! Ой, мои любименьки! Оля! Бульба у людей уже цвете! Меня еще не обошла толком! Ой, Валерич, миленький мой, вы уже тут! Дорогий мой человек! Я трохи блуканула тут! Такий великий гэты жалудок вам не рассказать! А вы ж знаете, что мне вам рассказывать! Скажите, коли я сказала, это уже все ваше! Ну да, да, ага. Это наши поля. А это ваши поля? Ой, а вы говорите, фишки нету, полянь отсюда натянули. Да, вот, цвете уже. Ну да я и бачу, диву даюся. Сейчас будем пробовать, что есть там. Да вы шо? Чтоб в самом початку лета еще и бульбу поесть, я такое вообще, это первый раз. О, наш майский урожай. Небольшая, но уже... А дурать сейчас... можно? Не 10 уже можно угродно на базар вести. Слушайте, если надо, я сяду за прилавок. А это органическое то самое? Почти, что по органическим технологиям. И экологично, и гляньте, уже и смачно, как будет, и свое вязковое, и красивое какая. А скажите, это все просторы, это все ваше? Не, ну я не карабас-барабас, но это почти все мое. Ферма тоже вот приобрели недавно. Фермочка-то? В этом году вот именно эта ферма, на которой будем... Органически чистых коров. Не коров. Сначала выращивать органическую продукцию, а потом уже будем ставить, выращивать коров. Коров. Ага. Ой, слушайте, если надо, у меня у мамки, у моей коровы есть органически чистая. Да? Мы вам ее... Хорошо. Дадим размножаться. Хорошо. Договорились. Договоримся. Да. А вот на этом поле у вас что? А на гэтым у мяне тут картошка у нас. Уладар. Ой, хорошае названне. Пшаніца багатка. І ячмень бацька. Без бацькі што нікуда, это точно. А як жа? Ведаеце, мне вас так спадабаецца, асабліва як птушкі спяваюць. Такая ідылія вясковая, што мне хочацца, каб у вас ўраджай быў, ну бульбы, то цэнтнераў 500 гектара. Ой, як начнем убіраць, пазавем вас. Ага. Приезжайте. Приеду. Поможете? Я легко. Вам всего самого наилепшего. Поспеха в вашем чудовной справе вашей. Как все ваши мары обовязково здействились. Спасибо. Не поминайте лихом одно. Ой, не потоптать посевы. Незвычайная подорожа от минулого до сучасности сегодня отрывалась у меня уже лутку. Ой, с каким задовольнением я сегодня вертаюсь до хаты, потому что везу с собой шмат вспоминок про эту чудовную мястину. Приезжайте в гости, вам обовязково сподобается. До новых встреч! Я
як я люблю эту чудовную пару. Года, летенька, солнце светит, можно легче загорать одним боком, потом перевернуться на другий. А чему б не позагорать у такой чудовной мясины с такой приемной назвой Кашубинцы? Ой, чем живее вёска, зараз мы вам все расскажем. Пойдемте со мной. Ой, гусь натуральный. Дива дивная! У Кашубинцах рыбу ловят прямо под хатой! Добрый день у вашу хату! Добрый! А что у вас тут водится? Бабу карасики! Рыбы всякой хватает. Но бобров больше. Да вы что? Да. Это хорошо, что бобры водятся. Нет. Они уже все места нас позапрудовали. Уже все. Уже все, не пройти за ними. Не пройти, не проехать, не проплыть, ничего. Люди в городе платят гроши в контактный зоопарк. А тут вас пришел, и тебе надо, что бесплатно, в любом дворе. Ой, а что это уже мяжа началась, идти что, нечто я? Может, я что, нарушаю уже? Люди, ти можно мне за эту грань переступить, как говорится? Мамочка моя, да пустой головы, как говорится, до моей прикладывать даже. Ой, боже, как мужчинам все-таки форма идет до твару. Слушай, это целый генерал, как по мне. Я не разбираюсь, но это минимум генерал. Подполковник. Подполковник, я не надея. Что значит отказная громадянская позиция? Хочешь, как было добро, зроби сам. Ось, человек сбирает подписи, как пустили транспорт сюда. Если можно, пустите сюда транспорт. Хотя бы маленький. А нам много не треба. Да, да, хватит газели. На руки сядем буду. Что-то вы с пустым ведром мне наперевес. С пустым ведром, это баба с пустым ведром. А мужчина, это даже и положительно. Я не уверен. Надея. Родион. Ой, какое прихожее имя. А что-то вы за водичкой? Ну да. А дайте я с вами. С удовольствием. Глубокие. Главное, когда еще этот человек при бабушке будет эту воду с колодежа тягать? Такому не солидно. Дайте я попробую. Ну, можно. Ага, да, а потримайте коляску. Может быть, помочь? Эй, во что бы я сама? А то потом привыкаешь, что кто-то помогает. Ну, а как же? А скажите, Родион, а это вы, напевно, мясцовый, ну, это вы решили восстановить, так сказать, ваше, ну, считай, родовое гнездо, напевно? Ну, нет, я коренной петербуржец, но мой дедушка, он происходит из Иви. И поэтому так получилось, что... Что вас занесло у Кашубинцы? Видимо... Ой, какая вялизная судовная зала! Одно, что была, да. Одно, что, конечно, работы тут у вас шмат еще. Много-много работы. Ой! Заскочила. Ой, слухайте, ну тут, конечно, я уявляю, какие тут могли быть масштабы, как все он реставрировал. Да. Турист клынул бы, ой, обгоняли бы веником. Может, тут у этой вашей сядибе господиня вам аккуратная потребна? Вы не соромтесь, ну, як, если надо там, то я могу и покосить там, и что еще? Ну, можно покосить, можно. Покосить можно. То, ваша, тут уже есть господиня прыгожая, красивая. Да, добрый день в вашу хату. А як звать? Алена. А жизнь вельми приемна, надея. А это вы тут разом, да? Это я просто... Да, мы вместе, А я это тын-дын. Шильды начинаются открыть целого сусвету. Ну, шильда уже на месте, то полянча как красиво с рисуночками. Осталось дело за малым. Мы вам жадаем, как у вашей усадьбе только прибавлялось людей с каждым днем, как при все ваши планы обовязково здейснились, ну и как у худким часе повалил народ светлицу, как говорится. Ой, як попадаешь в такое место, одразу начиная сдаваться, нібито плынь часу спынилася. И ты изливаешься с этой чудовной мястиной, отчуваешься ей, ну, неотъемной часткой себе. И, видите, я с таким завольнением сегодня опынулася в этом месте, и, главное, рамочку такую знайшла, я как свек под плечики свои. Сядела б тут в окенце, поглядала бы, да только своим панской рукой указы давала бы всем. Но не могу, надо бегче далее.